И всем хало! С вами Коля, и сегодня мы продолжаем проходить Ultimate Custom Night. И сегодня у нас новый режим под названием Burst Attack 2. И тут у нас добавляется сразу два новых аниматроника с прошлых режимов. Это игрушечный Фредди и кошмарный Фредди. Я про них прочитал и скажу сразу, той Фредди это полная жесть. Также тут практически все аниматроники из прошлой части поставлены на 10, кроме Фантома Фредди. Фуф, ну, пододвигаемся и погнали. Это будет жестоко, я уверен. Фуф, я не знаю, смогу ли я вообще пройти это. I don't know, bitch. Так, ну чё, будет? Какая-нибудь там интересная картинка там. Игра сама будет или просто будет тиканье часов и показ черных экранов. А, так все, погнал. Так, погнали. А, ё-моё, как тормозит-то. Жесть, тут надо, потому что все делать очень быстро. Так, скоро этот идет. А, ё-моё, тормозит-то как жестко вообще. Так, ты пока посиди. Так, все. Так, ребят, тут надо делать все очень быстро. Той Фредди! Фух. Это была жесть, а. Ё-моё, тут за всеми следить сразу надо. А ну иди сюда. Так. Так, пока открою. Что? Это очень хорошо забирает энергию. Так, ладно. Давай, сиди там. Ё-моё, у нас 2 часа, а уже 70% энергии. Это вообще жесть. Так. Сейчас, блин, 8 вечера, а я играю в какие-то игрушки. Еще потом монтировать. Давайте не будем испытывать удачу. Фух, это сейчас было жестко, вы видели? Я просто чуть не умер на самом деле. Ну, не в реальности, конечно, но в игре. А в игре-то это еще страшней. Так, там был Фредди кошмарный. Потом обязательно выпущу сборник скримеров из Burst Attack. Всех частей, потому что тогда я пройду Burst Attack 3, а это будет очень жестко. Режим тут очень довольно трудный. Очень довольно трудный. Да. Я умный. Говорит человек в трезвом состоянии. Ну, не очень крутой, но, в общем, умный. Или что я там сказала, я уже забыл. Так, блин, у нас 50% и 4 часа ночи, в принципе, это нормально, но... А! Так, вот так вот, ребят, никогда не делайте. Так. Та-та-та-та. Так, а. Так. Господи, что происходит? Что? Так, собираем. Все. Убираем всех с моего пути. Так. Ну, смотрите, у нас уже 50 монет. Просто можем жировать. Уже 53. Так, ну вроде бы все нормально еще, но нам надо быть немного поосторожней. С 5 часов процентов у нас уже где-то
по 35, и это очень плохо на самом деле. Так, как раз это сейчас придет. Давай уже. Все, отлично. Давайте, все, ребят, сидим. Просто ничего не делаем. Просто светим, сидим. Закрытыми дверьми. Да! Да, мы сделали это! Тун-ту-ту-тун-тун-тун. 1010 у нас очков. Так, о, что это? Intermission. Что-то новое. Так, что это? Чего? Это что, аниме FNAF? Серьезно, это что, аниме FNAF? Жесть. Ё-моё, Скотт, что ты делал? Может, тут еще что-то новое будет? Что помимо этого аниме FNAF? Ну, может, это, кстати, пасхалка, может быть, она довольно редкая, так как первые две части мы их не видели. Так, здесь мы видим аниме Фредди. Именно аниме. Я не могу, типа, проиграть, там что-то следовать за вором. О, лягушка какая-то бычья. Temple of the Fox, типа, тут Фокс, это, видимо, Фокси. Сегодня я атакую его, ведь это мой день рождения. Я никогда не атаковал на свой день рождения различных врагов. Окей. Это, наверное, Фокси. Да, это Фокси, смотрите, блин, прикольно. Как Боб со шрамом. Хм. Кукуну. Жесть. Ой. Чё происходит? О, Мангл! Я реально нуждаюсь в том, чтобы пойти в туалет. Это очень смешно. Вы видите, как я смеюсь? Ну, слышите, имею в виду. Вот вообще просто заливаюсь смехом. Вообще. Так весело. Так, ну это у нас, значит, продолжение следует. Прикольно, Скотт. Классно. Фух. Ладно, ребят, мы прошли Берс Атак 2. Всем спасибо за просмотр. С вами был Коля на канале Random Short. Ставьте Луис и подписывайтесь на канал. Опять же, Random Short. Всем goodbye. Ждите новых выпусков.